пятницы, но уже завтра в 10 часов утра на площади Тысячелетия состоится прохождение войск Казанского гарнизона. Проезд легендарных танков из Т-34 и колонны ретро-автомобилей. В параде примут участие более 2000 военнослужащих и курсантов военного училища. Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы». Трансляцию парада можно будет увидеть и под стенами Казанского Кремля. Организаторы рекомендуют прийти пораньше, чтобы вовремя пройти термометрию и запастись индивидуальными средствами защиты. А для тех, кто предпочитает посмотреть парад с голубых экранов, будет прямая трансляция на канале ТНВ. В 7 часов вечера на площади Тысячелетия начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке. В этом году пройтись по улицам Казани с портретом деда-героя в руках не удастся. Акция «Бессмертный полк» вот уже второй год подряд переходит в онлайн-формат. Для участия нужно было отправить портрет вашего родственника и информацию о нем на сайт 2021.polk.rf. В Парке Победы в полдень начнется традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». Насладиться песнями военных лет можно будет до самого вечера. Трансляция праздничных концертов будет и на канале ТНВ. Слава нашей могучей державе! Достойно встретить День Победы готовы по всей республике. В Челнах его начнут с церемонии возложения цветов в сквере Мусы Джалиля. В 10 часов парад. Военные расчеты пройдут и по улицам Нижнекамска. Торжественный митинг продолжится праздничным концертом и народным фестивалем «Победная весна». С 10 часов утра фестиваль военной песни порадует и жителей нефтяной столицы. Завершится День Победы праздничным салютом. Наблюдать за ним можно будет с акватории Казанки. Сотни залпов осветят наше мирное победное небо. Алия Хайрутдинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.